Локдаун локдауном, а кушать хочется всегда. Кончился хлеб, кончился сыр, кончились помидоры. Все кончилось, и надо ехать в супермаркет. Но я дождалась, пока не так жарко. Сегодня 1 марта у нас. Первый день осени. Жарко было. Сейчас не так жарко. 5 часов вечера. Там, наверное, даже часы видно. 5 часов. Я сижу на остановке, жду автобуса. А тут же стоит автобус, который ходит в аэропорт. Ну, людей никого нету. Называется SkyBus. По-моему, один только человек зашел. Автобус такой длиннющий, такой здоровенный. И нет никто, нет никто. Сидит водитель, один скучает. Ой. Нет слов для выражения. Вот так у нас проходит месячник ЛГБТ. Побалдели. Прям со всем этим месячник. Ни день, ни два, ни неделю. Даже переход перекрасили. Интересно, как это по правилам движения? Это нормально или нет? Вместо зебры вот такое накрасить. В магазинах вывешены флаги. Чтоб, не дай бог, вы не забыли, что идет месячник вот такой. ЛГБТ. А то вдруг вы... еще не ЛГБТ. В каждом магазине повывешивали флаги. Не забывайте, что вы тоже должны к этому обществу, мало того, что относиться лояльно, ну и желательно еще и самим там избрать себе какой-нибудь там разновидность, почему бы и нет. Ну и, в общем-то, входить в это. А вот и мой автобус. Вот такой выбор орхидей в супермаркете. Белые, розовые, белые, розовые. То есть, кто хочет, то ему как раз хорошо выбрать, белые или розовые. Тут хризантемы полно. Здесь орхидеи $40 стоят. То есть, дешевле, чем там, где я покупала. Еще букетов полно. Ну, может, кто праздновать будет 8 марта или что-то в таком духе, то он может купить здесь. Даже папоротник такой, $15. Пожалуйста, купи. Вот это вот красненькие цветы, это каланхоя так цветет. Красиво. Да, вот. Вот это такая красивая розовая орхидея. Это Вашингтон. Называется. А вот такая вот красавица. Называется Сакраменто. У нее два цветоноса. И у другой два цветоноса. А вот тут такие крупнейшие цветы. Но я вижу только один цветонос. Ну и белое я даже не доставала, чтобы посмотреть название, их все равно не запомнишь. Я хочу купить нектарину. Вот они, $6 килограмм. Я уже кулечек себе навыбирала. Взяла один огурчик и ананасик. И дальше теперь пойду сыра выберу. В прошлый раз я брала гауда. Только я ошиблась, сказала, что он новозеландский, такой, по-моему, я какой-то брала. А он оказался из Нидерландов. Но я хочу именно свой какой-то. Ну, неважно, какой попадется. Какой-то хочу выбрать. Какой я еще не брала. Тут, если не поперепробуешь. Какой-то вот такой, может быть. Что это за сыр? Так, надо очки. Чеддер. Чеддер. Сделано в UK. Ну, попробуем такой чеддер, такой кусочек стоит 7,50. Попробую. Помидоры $3 килограмм. Сейчас я навыбираю таких не очень сильно спелых. А то сейчас они быстро спеют. В квартире жарко, я так не успел купить, они уже раз и сильно все красные стали. Тут целая стена нарезанных всяких. А ветчин можно купить, и он здоровенный такой кусмяк, $20 килограмм. Всякие такие колбасы и прочее, и прочее, и прочее. Так, что я хочу? Я вот хочу выбрать пастрами. Вот называется биф пастрами. Такая упаковка, $5, 100 грамм.
хорошая упаковка. Все как бы так не очень дешево. Так, не. Пойду куплю на развес. На развес там будет дешевле, как бы еще не в два раза. Вот попался еще один сырный уголок. Вот такой сыр. Пекорино. $69 килограмм. Ну что, такой вот кусочек. 276 грамм, получается $19. Это итальянские тут сыры представлены. То есть всякое-всякое разнообразие. Это так, дети развлекаются в супермаркете. Обратите внимание, полки пустые. Сегодня понедельник. Все прибежали, и мужчины. Магазин так не зайти. Столько людей. Кругом полно людей. А то вы думали, что у нас в супермаркет люди не ходят. Ходят. Еще вон, посмотрите, как все разобрали. Ага. Что тебе расскажет? Что тут можно купить? Обратите внимание, что в основном все в масках. В автобусе это обязательно, но так тоже. Все люди, вот вы удивлялись, у нас без масок. А вот на уровень 3 пошли, и люди сами маски. У нас не обязательно сейчас маски, но люди сами маски надели. На кого не глянешь, и все в маске, и я в маске, хоть и жарко. А вот йогурты нужно купить. Пол цены, 2,50. А так они здесь $5 стоят. Срок годности большой, до 13 апреля я вижу. Сейчас я вот такие возьму. Ой, где они тут? Да, 12 апреля. Пич, манго. И что там еще? И passion fruit. Пич, что это у нас? Пич это персик. Ну, манго это манго. Я так иногда скажу, а потом пересматриваю видео и думаю, ой, что же я сказала-то? Не перевела на русский язык. Знаете, так вылетело слово и забываешь, что не все понимают. Так, ну а мне хлебушка. Хлебушек тоже так расхватали здорово. Сейчас я вот тут вот посмотрю тот, который я люблю. Называется Oatilicious. Это от слова delicious. Это вкусный, такой вкуснейший. А Oatilicious это значит, вот это овсянка. Тут есть немножко добавления овсянки. И он такой толстенько порезанный. Вот я такой люблю. Еще мне надо яйца. Ну такие, я беру всегда, хорошие, свежие. 4,20. Упаковка 12 яиц. Это размер 7. Ну бывает размер побольше, 8. Но я что-то не вижу его. А там вот размер 6. Значит, это я купила 12 штук. Мне не надо сильно много. А можно за 4,90 купить, сколько там штук? 20 штук. Упаковка. Выбор есть большой. Тут можно и такие, и всякие. И те, которые на свежем выпасе были. Курочки. Ходили, гуляли. И там органик еще какие-то. Ну, в общем, можно купить разные. Вот это называется, например, cage free egg. Это значит, курочка не сидела вот в клетке, там, где они сидят всю жизнь. И снесла яичко. Еще я хочу купить вот такое вот. Ну, блины не блины, но что-то такое вроде лаваша. Песня не хочется, а тут вот целая упаковка за $3,50. Заворачивая и делая себе то, как вы там называете, шаурма. Вот из этого ее можно и делать. Вот, чтобы всегда были фруктики дома. Покупаешь вот такой фруктовый салат. Написано No added sugar. То есть он без сахара. Замечательно. Вот персики консервированные. Без сахара. И не в сиропе. Не в сиропе. Вот это во фруктовом соке. Fruit juice написано. Написано еще бывает такой легкий какой-то сироп, еще что-то такое. А это вот я именно купила, которая без добавления сахара. Они и так сладкие.
Тут вот царство печенье. Печенье, конфеты, всякое, в шоколаде, без шоколада, упакованное, в кулечках, без кулечков. Очень интересно. Ой. Интересно, здесь в Новой Зеландии такое, где это, ну, Эрнст. Нет, это печенье, я хотела показать. Ага, вот такое вот, как конфетки. Нет, это не оно. Сейчас, если я увижу. А, вот. Тим Там. Это такое подвид, ну, вроде как шоколадной конфеты, что ли. Ну, вот это вот такое пористое. Это не шоколад, это такое пористое, как выпеченное. Очень интересно. Мы когда только приехали, как-то мы такого не видели. Очень нравилось. Ну, теперь я только смотрю. Посмотрела и пошла мимо. Потому что мимо этого мне нужно проходить мимо. Вот я и прохожу мимо. Вырвалась я из супермаркета наконец-то. Жарко там было. Ну и все в масках ходят, и ты в маске ходишь. Понсанбюро вот пустая. Понедельник. Все закрыто. Рестораны работают только на вынос. Ну, все на вынос нельзя приготовить. Если какую-то китайскую еду можно приготовить на вынос, то стейк тебе жарить никто на вынос не будет. И поэтому все закрылись. Ужас. Просто вот, не знаю, убивается бизнес полностью. Как люди будут выживать, непонятно. Конечно, тем, кто работает на salary, то есть на ставке, а там им заплатят. А тем, кто работает на хозяина, там это очень сложно. То есть хозяин должен запрашивать. Ну, что-то, по-моему, так. Я не знаю точно, но тягомотина большая, я вам скажу. Ужасно. Непонятно вообще, когда это все закончится, и закончится ли это, и вообще, какое нам выпало наказание пожить так. Особенно нам, кто жил в Советском Союзе, пережил перестройку в Советском Союзе. Потом такие, как мы, переехали в другую страну, пока адаптировались. И теперь, господи, тут началось такое для всех людей. Кошмар. Ну, сейчас я вернусь домой, покажу, чего я купила, и сколько купила, и сколько заплатила. В автобусе возвращаюсь я одна. Нет никто. Это ж не выходной никакой, ничего. Понедельник. Рабочий день, вечер. Не знаю, как у вас, а у нас так. Встала с автобуса. А у нас на Квинн-стрит точно так же. Людей никого нету. Майерс парк стоит себе, травка зеленая. Небо в облаках, может быть, дождь пойдет. А я вот тут села отдохнуть немножко, посидеть. И так, знаете, порассуждать, буквально в двух словах. Как интересно, люди жили, вот мы все жили, вот чаечка, баклан. Мне сказали, что эта чайка называется баклан, вот эта большая. Так вот, как вот мы жили, и жили вот эти вот все, как это сказать, шоу-бизнес, спортсмены, всякие там футболисты, всякие хоккеисты богатые, которые своими, так сказать, трудами и на ножками, ручками зарабатывали себе. И что теперь? Как вот они теперь? Бегают там для кого-то. А это уже не тот бизнес, который был раньше, правда? А как артисты? Концертов нету, каких-то съемок толком нету. Это ведь совсем не то, что было раньше. То есть, вот для нас с вами жизнь поменялась. Для меня, я могу сказать, так как бы сильно она и не поменялась. Ну, с какой точки зрения. Это я как была дома и вышла, что-то там походила. Это точно так же и сейчас. Ну, разве что в маске. А вот для таких людей, которые были, знаете, так думали некоторые, что они Бога за бороду схватили, и что они такие теперь богатые, они теперь такие
Я имею в виду вот этих вот всяких работников шоу-бизнеса, которые там корпоративы обслуживали, не только корпоративы, а концерты и так далее, и так далее. И вот вы понимаете, одномоментно вот эти люди, что ни говорите, они падают куда-то вот туда вниз. Я так понимаю, уровень их жизни и доходов резко падает. Кто мог подумать, если бы нам еще, ну не год уже теперь, а чуть-чуть больше года назад сказали, что будет вот такое, не знаю, поверили бы мы с вами или нет. Я помню, как в прошлом году, когда только это все началось и объявили нам локдаун, а первый локдаун у нас был 8 недель, уровень 4 был 8 недель, это ужас какой-то. И это казалось, это бесконечно, никогда конца не будет. А потом мы переходили на уровень 3, а потом 2, а потом и вообще 1. А потом я помню, читала, что будут делать вакцину, и вакцина, может быть, будет в конце года или там в начале следующего. У меня такие были глаза. Как? Нам надо вот сейчас, прям вот всем ее сейчас. Ага. И вот мы уже год, больше года живем с этим, привыкли в какой-то степени. Прекратились всякие круизы. Как моя дочка и внучка успели в прошлом году проскочить в январе круиз вокруг Новой Зеландии. Это просто вообще какое-то чудо. А еще мы же концерт посмотрели. Галкин к нам, Максим, приезжал. Как это он умудрился, это турне проехать. То есть мы ходили 25 января на этот концерт. Ну, там у меня какое-то видео есть об этом. Там где-то в самом начале. Но это не важно. И вот такой был хороший концерт. Ну, и как бы не было сотни заболевших и так далее, и так далее. Ну, так вот. И я всегда вспоминаю, как я стояла в феврале, 26 февраля. Мне надо было у врача получить свой рецепт на лекарство. За мной стоял мальчик такой китайский высокий и кашлял на меня. Вот. Масок не было в продаже. Он не мог себе маску купить для того, чтобы, закрыть лицо маской. И буквально через несколько дней мы пошли на такой жестокий локдаун. В общем, кошмар. Ой, не знаю, как будет дальше, что будет дальше. То сидите дома, не выходите, мойте руки. Сколько ж можно дома не выходить? Люди изнуряют себя бегом везде. Но вообще это ужасно выглядит. Пожалуйста. Рестораны стоят, открытые. А зайти как бы нельзя туда. То есть заказывай, тебе вынесут. Ну, бред такой, бред вообще ужасный какой-то. Я всегда думаю, ну почему это с нами случилось? И откуда это пришло, и вообще что это такое? Ну ладно, тащу свою тролли тяжелючая домой. Еле дотащила. Вот, что я купила. Такие более серьезные покупки сначала. Вот две упаковки, это куриная грудка. Одна упаковка 9,05 стоит, вторая 7,97. Так, буду убирать сразу. Это рыбное филе такое. Уже готовое в крошках, просто вытащить в духовку и выпекать. Это для бутербродиков, как бы такая ветчина из копченой курицы. Срок годности хороший у нее. До 25-3 использую. Это я купила на развес. Это вот точно, как у нас, колбаса. Вот такую я не буду доставать из кулечка. Это очень дешево стоит. 79 копеек, 100 грамм, 7,90. А это пастрами. Это то, что я говорила, из говядины. Ну, такое, вы знаете, наверное, это мясо такое. Тут перцем вокруг оно. Я купила на развес. В упаковке было $5 100 грамм. На развес $3. $3 100 грамм, вот я на 5,25 купила 176 грамм. Что я еще купила? Купила ананас 2,50, по-моему, он стоит, и огурец 2,50. Это кулечек нектарина, кулечек помидор. Купила пирожки с яблоками, куда ж без них. У меня еще есть. Ну, коль я уже попала в тот супермаркет, то надо купить. Купила, конечно, две упаковочки вот таких вот. Это как бы печенье и мороженое. Ну, такое, это мороженое, типа печенье. Типа печенье с мороженым, так вот оно называется. Австралийское. И вот эти вот такие конусы с мороженым. Это тоже австралийское.
Четыре конуса здесь таких вот будет. Карамель с чем-то тут, с орехами с какими-то посыпанная. Да, такие как бы они не здоровенные такие, а такие небольшие. Ну, хлеб я купила. Потом, как я и показывала, купила сыр. Этот кусочек сыра стоит 7,50. Тут 200 грамм. И купила я еще вот такой сыр. Это полкилограмма. Полкилограмма сыра. Это новозеландский. Стоит 8 долларов. Колби называется. Это Эдам сыр. Тоже полкилограмма. Ну, коль попала, уже так купила, положу в холодильник. Пусть лежит. Чтоб было. А то что, бегать каждый раз. Купила вот такую упаковку Нескафе. В таких этих, знаете, штучечках таких. Высыпаешь и готово. Здесь 26 штук, это стоит 14 долларов. 50 с чем-то копеек получается штучка. Так, купила йогурты, вот такие вот. Тут будут, ну, я говорила, там с манго, с персиками. Это что у нас? Фейха и passion fruit. Так, упаковка яиц, которая стоит, не помню уже сколько, 4,50 или 4,20, чешу. Так, потом вот это я купила, как я уже говорила, это, знаете, ну, типа лаваша или типа с моей точки блинов. Так, чтобы завернуть утром такой бутербродик и туда нарезать можно салатика, помидорчика, вот такого же, это ветчинки, и сделать такой утром на завтрак бутерброд. Купила две баночки томат пасты. Эту я точно знаю, очень хорошая, стоит 4,50. А эту такая бюджетная, стоит 2,90. Попробую, какая это паста, какая из них. Две упаковки купила вот таких вот, две баночки. Это что у нас? Сардины в томатном соусе. Хочу завтра сварить борщ. Только в супермаркете не было буряков. Была только целый кулек буряков. Мне целый кулек не надо, мне надо один маленький. Купила вот такую консерву. Это курица в таком, в легком майонезе. Маленькая такая, маленькие кусочки такие куриные здесь. От куриной грудки или из чего-то там такого. И тоже из нее можно делать вот такой вот бутербродик. Если хочешь, там открыл баночку, она небольшая. Ну, даже можно и с ней, если хочется сделать такую маленькую тарелочку оливье там, то даже можно сделать. Купила каннеллини бинс. Это такая уже готовая фасоль, такая вот маленькая, беленькая. Мне нравится, она такая нежненькая. Я ее и в борщ ложу вместо картошки. Я картошки не ложу в борщ, а вот эти вот бинсы. И купила салат, как я говорила. Фруктовый салат здесь называется. Вот тут что тут входит? Ананасы, там груши, персики. Ну вот даже черешня там какая-то. А это другой, тут тоже. В принципе, то же самое, только картинка другая. Вот за все это удовольствие я заплатила... А я не знаю, видно вам или нет, 133 доллара 27 копеек. Из этих денег государство берет себе, где тут оно, вот, 17,38, это НДС. По-английски это называется GST. Очень интересно, что в Австралии на основные продукты питания НДС нету. Вот. Это то, из чего я буду что-то готовить, что-то кушать, что-то еще делать. Ну, а на обед у меня сегодня уже вечереет. Сейчас я покажу, что у меня на обед. Вот я еще приготовила днем. Это маску. Я только что, горячая, залила. Сняла с себя и залила кипятком. Вот еще днем я приготовила. Для чего вот я, например, покупаю фасоль. А вот у меня такая вот постная свининка. Потушенная совершенно, тут нету жира в ней. И я ее обжарила, потушила. Сюда лучку, чесночку, перчик, лавровый листик, всякие специи и фасольку. И такой получается у меня хороший ужин. Ну, хватит на 2-3 раза как минимум. Так что желаю и вам хорошего обеда или что там у вас сейчас. Мне бы хорошо ходить с вами, весело рассказывать. И всего вам доброго.